Этих соревнований. Место на Олимпиаде, и в этом году мы едем на Олимпийские игры в Париж, и там, конечно же, будем стремиться подниматься на ступени выше. Рады приветствовать вас в рамках торжественного открытия Национального кубка Республики Молдова по гребле на байдарках и каноэ 2024 года. С праздником вас! Уважаемые участники, тренера, представители, я рад приветствовать здесь вас в Бельцах на Гребном канале. Успехов вам в соревнованиях, успехов вам в новом сезоне. Да пребудет с вами сила. Я хочу всех поблагодарить, в первую очередь вас, что вы сегодня здесь. Меритесь своими силами. Вам побед сегодня, побед завтра и побед все время. Спасибо. Слово предоставляется президенту Национального олимпийского комитета и спортивного комитета Николаю Журавскому. Bună ziua, onorată gazdă, mersi mult, este foarte plăcut că suntem aici în incinta școlii sportive, unii cu domnul director și cu toți reprezentanții care nu sunt indiferenți de soarta sportului, inclusiv sportului nostru, ca canoe. Спасибо большое за вашу участие в развитии молодежи и спорта. И la mai mult și la mai mare, numai bine. Гимн Республики Молдова и подъем национального флага. Соревнования объявляю открытым. Понимаю, что пятый выигрывает в этом заезде.
Ульяновский Сергей. Седьмая вода. Побелевский Артем. Восьмая вода. Это двойки на дистанции 500 метров. Впереди у них еще заезды в одиночках на дистанции 500-200 метров, и мы желаем им успехов. Первое место. Тайновский Олег, Китай Михай. Поздравляем вас с успехов и ждем вас на 200 метров. Сергею.